Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами Школа Рукоделия и я Вика. Сегодня у нас, девчонки, не поверите, я сама этому не верю. Сегодня у нас пряжа Иске. Как правильно сказать, не знаю, вот как выговаривается, потому что я с этой пряжей вообще дел никаких не имела. Сейчас все вам подробно расскажу. Вот видите, какая у меня коллекция. Это пряжа на обзорчик, и соответственно я буду из нее вязать много моделей, о которых я вам в этом ролике покажу, что я пока на данный момент планирую. Вот я пока так прикинула, и у меня есть модели, которые я уже хочу связать из нее, и я вот сейчас ищу на Алиэкспресс аксессуары там к рюкзаку, вот какой такой вот интересный стильный рюкзак, не такой вот, как все вяжут, а другой. Вот, и некоторые там еще изделия, там из Италии я видела, ну, в Италии видела, у меня есть такие в голове задумки. Значит так, что хочу. Это обзор, не спешите переключаться, потому что будет вкусненький промокод от магазина. И сразу хочу сказать, это магазин из Испании, русскоговорящая, русскоязычная хозяйка. Вот, она меня контактировала, поэтому и магазин отправляет посылки по всей Европе. Чем это хорошо? Тем, что у меня практически 50% девочек, ну, чуть меньше, чем, ну, скажем, 40, да, из Европы, у которых проблема с пряжей точно так же, как и у меня. Нам купить хорошую пряжу, вот даже ту же рафию хорошую, нам сложновато. Поэтому вот этот вот магазин именно для таких, как я. И знаю точно, что нас таких очень много. Когда мы начинаем искать пряжу на какой-то проект, это катастрофа. Это просто катастрофа. Лично я вот попробовала вязать из рафии бумажной и сказала, боже, в руки я эту рафию не возьму. И вот когда мне этот магазин предложил сотрудничество, я сразу же первым делом спросила у своих девочек в Телеграм. Кстати, подписывайтесь в Телеграм, чтобы не пропустить выгодные предложения, скидки на мастер-классы, льготные доступы в мастер-классы, в совместники. Это все у нас при подписке в Телеграм и в Инстаграм. Вернее, или туда, какая сеть вам удобна. То есть и там действуют эти скидки на совместники и мастер-классы. Далее давайте по вот этому магазину. Значит, с рафией работать не хотела. Кинула клич девчонкам. Сначала спросила вот про марку. Марка этой рафии вот Испия. Эко-френдли. Ну, в общем. И что я думаю, сейчас спрошу. Девчонки-то скажут свой опыт, свои как бы пробы, ошибки и, в общем, свои ощущения, свой опыт работы с этой пряжей. И я ничего плохого не услышала. Вообще ни одного плохого слова про эту пряжу. И все говорили, что это люкс-бренд. Вот самая классная, самая круто выглядящая, самая крутая рафия. Вот и девчонки. Так что в этом сезоне, так как у меня, вот это все, вся красота. Сейчас я вместе с вами распакую. Я вот пока она в пленке, я еще ее в жизни не видела и не пробовала на ощупь. Сейчас будут реальные мои эмоции. Значит, вот первый цвет это золото. Вот так как мы сейчас все с блестками вяжем, вот мне захотелось этого золота. Вот. Не знаю пока, вот из золота, не знаю, я полагаюсь на девчонок в Телеграм, я им там попрошу в одном посте вот модельку этой сумочки. Вот тоже, если у вас есть какая-то мечта на сумочку, пожалуйста, в Телеграмчик, там можно оставлять фото, запросы на следующие совместники. Это все у нас, ух ты ты, она у нас, я, боже. Девчонки, это же что-то невероятное. Я в жизни такого не держала в руках. Ну, сейчас меня, конечно, камнями закидают, но я же говорю, проблема в том, что я живу в Европе, и даже если бы я хотела
вот попробовать такую пряжу. Я бы ее нигде не купила. Говорят, вот тоже полагаюсь на вас. Жду от вас комментарии под видео. Все изучу, прочитаю. Говорят, ее нужно проутюжить перед испытанием. Боже, я не могу. Все, у меня закончились слова. Вот. Говорят, ее нужно проутюжить. Говорят, ее нужно. Не знаю, что еще. Ну, в общем. Она переживает, даже изделие можно легкую ручную стирку, ну, конечно, не жесткую, а легкую, да, замочить, прополоснуть, потереть чуть-чуть то место испачкавшееся, то есть она как бы переживает это все дело. Блин, ну она крутая, ну это у нас золото, девчонки. Тут пока еще модели нет, но я думаю, девчонки мне накидают на золото какую-то красивую небольшую сумочку. Вот ее я взяла золотую, именно два мотка. Далее вот это цвет. Да, подождите, я же вам не сказала про состав. Ну, состав у нас так, вот здесь крючок 2,5-4 миллиметра, 250 метров в этом мотке. Вот, по весу это, по-моему, 110 граммов, если я не ошибаюсь, 250 метров. Да, и, девчонки, пока еще не успели отключить, скажу, действует скидка в течение 5 дней, минус 10% при использовании промокода Вики Книт. Вот, сейчас выведу на экран. Я пока еще сама тут толком не выучила, какой я промокод дала. Викикнит, по-моему, сейчас уточню. Вот. И что хочу сказать. 5 дней, девчоночки, действует скидка. Сейчас я вам буду рассказывать, смотреть цвета и рассказывать приблизительно, что я планирую связать из этой пряжи. Вот. Значит, Викикнит. Вот, все, это точно. Ну, я думаю, уже на экран я выведу во время монтажа. Значит, промокод Викикнит большими буквами. Скидка 10% первые 5 дней после выхода видео в Ютубе. Значит, для Европы, девчонки, еще один момент. Мы, все живущие в Европе, понимаем, что доставка здесь стоит по Европе денежек, и, соответственно, в зависимости от вашего региона будет колебаться стоимость доставки. Но что касается цены, тут уж как бы продавец не делает погоды, и мы все здравомыслящие люди это понимаем. Вот. Тут что единственное я гарантирую, я сама лично проверяла, вот по Европе это самый дешевый магазин. Есть где-то порядка 20% по Европе дороже, те, которые отсылают по Европе. И он, по-моему, там в Литве или в Латвии находится, и всего один магазин. То есть это второй. Но я бы сказала, первый из двух европейских, потому что он дешевле. Вот. И плюс еще, так он на 20% дешевле, и плюс еще 10% промокод, по промокоду. Вообще, как для Европы, я считаю, шикарное предложение. Кстати, вот, видите? Ну, так она, конечно, рвется. Но это и нормально. Ну, достаточно прочная. Вот не знаю, нужно ли ее гладить. Надо спросить у девочек еще. Ну, вернее, вы выскажитесь и расскажите мне. Так, что я планирую? Это у меня, по-моему, имбирь, цвет имбирь, ну, какой-то, или он горчичный. В общем, подождите, я не помню. Это цвет гинджер. Гинджер. Вот, взяла я три мотка, это 750 метров. Значит, что я из нее хочу? Лично себе. Вот, и никому не дам, не подарю и не отдам. Я хочу рюкзак вот такой вот. Пока еще, возможно, он как бы понесет некоторые изменения, потому что я пытаюсь это адаптировать так,
Я-то, конечно, могу сшить этот поддон и это все сделать, но мне же нужно вам снять мастер-класс. Вот, поэтому я его сейчас быстренько попытаюсь адаптировать, чуть изменить так, чтобы у вас это не вызвало ни малейших, как бы, усилий, и вы его связали на раз-два. Я уже нашла там вот прям комплект для рюкзака, бретельки, донышко, вот, застежку, но там придется ее переделывать, там другая застежка, ну, как для классического, да, рюкзака, но я вот хочу такой. Поэтому я его быстренько переделаю. Ну, не быстренько, я его закажу вот к этому цвету, в коричневом цвете этот комплект. И у этого же продавца есть вот такой вот ремешок, да, с застежкой длинной. Да, закажу его, и поверьте мне, любая начинающая, которая крючок в руках не держала, свяжет этот рюкзак. Это я вам гарантирую 100%. Поэтому на рюкзак в ближайшее время, если хотите, тоже напишите мне в комментариях, что вы по этому поводу думаете. Нужен вам такой рюкзак или не нужен? Вот, если нужен, я в рилсик быстренько вам сниму короткое видео, какой именно комплект и что я заказала для этого рюкзака, чтобы вы могли заказать, вот пряжу заказать и заказать эти аксессуары именно для рюкзака, чтобы вы могли, вот как только у меня придет, я сниму видео, чтобы вы могли тоже себе к весне вот такой вот прекрасный рюкзак связать. Значит, это я запланировала. Рюкзак и панаму. Панаму я видела в каком-то супердорогом магазине. Я ее сняла. Она есть в обзоре. Вот я сейчас ее вставлю. Она там на мужском манекене. Но она сделана невероятно просто интересно. Там 5 квадратов связанных лицевой гладью, и вот только вот это крыло самолета, ну вот сами поля Панамы, они связаны крючком, и тоже элементарно просто, то есть 5 квадратов и плюс поля крючком. Кто даже не вяжет крючком, я думаю, справимся. Там просто столбик элементарный, я не буду никак усложнять, у нас оно и так получится, не так, как у всех, не такая, как у всех, Панама Прада, вот это, которые все вяжут. Нет, она у нас будет по последнему писку моды, из которой писк я привезла из Милана. Вот я сняла, прям нет. И я попробовала, и она именно из такой вот мягкой рафии. Вот прям совсем похожа. Мне вот эта панама, я ее обязательно соображу. Не знаю, что мне это будет стоить, но этот комплект я вам обещаю 100%. Его я запланировала себе. Вот эту панаму и рюкзак. Это мой комплект. Все. По золоту, я надеюсь, девчонки меня просветят. Что-то мы золотое сделаем праздничное. Далее, вот это синяя, не это синяя, вот это синяя и это розовая яркая. Сейчас давайте я еще эту посмотрю. Ну, я думаю, тут уже все одинаковое. Золотая чуть отличается, но по большому счету они все, да, одинаковые по визуалу. Вот, есть у меня уже 100 лет, девчонки, я это сохранила, я сейчас не найду, я вам потом в сообщество положу, выложу. Вот такие прикольные, яркие такие сумочки, типа авосик, очень прикольные, ну очень. Вот я планирую розовую яркую одну такую и синюю яркую одну такую, вот. И заказала по 2 мотка, ну, потому что я не знаю, и мне что-то кажется, одного мало будет, а 2 много. Ну, вот что-то останется, я потом чего-то соображу, цветного потом еще, потом уже после всех нюансов, когда у меня все уйдет, ну, в смысле, все свяжется. Значит, 2 авоськи вот эти яркие, и вот еще комплимент от продавца, мало того, что вся посылка комплимент, еще вот такой вот приглушенный синий, забыла сказать цвет, этот у нас аква, ярко-синий, а этот у нас бьют. Так, это у нас золото, оно и в Африке золото. Так, это Royal. Ну, королевский синий, да, но это не тот королевский синий, к которому мы привыкли. Тут, значит, что я сделаю здесь, девчонки, из этих 2 мотков я свяжу вот такую вот тоже авоську. У меня есть в тон ручки, уже есть, и
Я их как бы давно-давным-давно, по-моему, я их даже не на Алик, я здесь просто в магазине купила. Вот, я свяжу вот эту авоську, такая, ну, вот что-то среднее между этой и этой. Вот эти покажу потом, яркие авоськи, которые я давно хотела. Вот, потому что это у меня материал в сломанном компьютере, мне его перетащили, что смогли спасти на диск, и я надеюсь, что оно там сохранилось. Я не уверена, что сохранилось, но я по памяти, возможно, что-то воспроизведу. Значит, вот это, из этого будет такая с кожаными ручками сумка-авоська, и плюс панама а-ля Прада, которая у меня уже давно на канале крючком, вот, и которой я свяжу в комплект. И этот комплект я, скорее всего, разыграю вот в Телеграм или в Инстаграм. Поэтому подписываемся. Еще одна вам мотивашка подписаться. Вот видео панамы в открытом доступе. Никаких проблем с этим нет. Авоська тоже будет в открытом доступе. Вот единственное, на рюкзак будет в открытом. Но, возможно, мы соберем группу совместника, чтобы... Мастер-класс будет в открытом, но будет группа, где мы девочек будем консультировать, потому что у меня многие не вяжут крючком. Вот, такие вот у меня планы на эту пряжу. И вишенка на торте, девчонки, вот, я уже добавляла в рилс. Так, напоминаю, по промокоду 10% скидка. Первые 5 дней. Вот, и вот это, девчонки, Испи, тоже та же, тот же бренд. Смотрите, я добавляла уже видео от Пучинелли, да, что он вытворяет с рафией. Вот тонкая рафия для вышивки, девчонки, по вязаному изделию. Вы представляете? Это же круть. И я вот взяла ее, боже, мне так хочется что-то сделать. И с отделкой из этой рафии. И вот это я тоже, я взяла три моточка вот у меня. И я буду пробовать. Но у меня руки чешутся, девчонки. 1,5 метра тут, что ли? Ну, немного, да. Не верю, что 1,5 метра. Нужно посмотреть. А, 1,5 миллиметра, да, 54,8 метра, 60 ярдов, вот, вот, 54, вот, теперь верю, то есть, ну, я думаю, достаточно для вышивки, и вот сейчас кину вам сюда вот этот кардиган, который, ну, жилет он, по большому счету, который просто невероятный, и там это не вышивка, а аппликация зигзагом, вот эта рафия нашита зигзагом. И это что-то какое-то, какая-то бомба-ракета. Ну, в общем, девчонки, вот такой вот обзор. Еще раз напоминаю, что скидка действует 5 дней с момента выхода видео. Скидка по промокоду Вики Книгинг 10% на эту прекрасную рафию. Компоненты дополняют. А еще хочу похвастаться, девчонки, мне из этого же магазина, Испания же, Испания, финики прислали. Представляете? Слюнки потекли. Огроменные такие, бомбезные, огроменные. Шоколад 72% с апельсином, с цукатами из апельсина, я так понимаю. И еще самый кайф хамончик. Ну, это так. Это похвастушки, девчонки. Все. А на сегодня все. Я с вами прощаюсь. С вами была Вика, Школа рукоделия. Девчонки, вот обязательно, вот будем вязать-вязать. Вот я еще так с рафией не работала, вот, наверное, пришло мое время. Поэтому будет много красивых вещей, ярких, красивых, быстрых, легких, быстрых, не будем усложнять, все как мы любим. Вот поэтому запасаемся пряжей. Я с вами прощаюсь. С вами была Вика, Школа рукоделия. Всем пока-пока!